7 рыбоводческих предприятий Владимирской области в 2016 году произвели 289 тонн рыбы и 175 тонн рыбопосадочного материала, сообщила губернатор Светлана Орлова на празднование Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. У региона есть хорошие перспективы в этом направлении. ООО «Владимирский стандарт» строится комплекс по выращиванию африканского сама в городе Радужный. Почти 90% работ уже сделано. Объем инвестиций в новый комплекс составит 30 миллионов рублей. На предприятии создадут 20 рабочих мест. По прогнозам, рыбоводческий комплекс ежегодно будет выращивать более 200 тонн рыбы. В свою очередь, в Петушинском районе начнут разводить радужную форель и осетра. Годовой объем производства составит 155 тонн рыбы и 1,5 тонны черной икры. В этот проект инвестируют 180 миллионов рублей.